Сегодня, когда люди вновь находятся в поисках нравственных опор, миллионы наших сограждан видят их в религии. Доверяют мудрому пасторскому слову Русской Православной Церкви. Ее подвижническое, просветительское, социальное служение в высшей степени востребовано. А общественный авторитет и миротворческие усилия направлены на укрепление согласия и стабильности, на восстановление исторических связей между народами, с нашими соотечественниками за рубежом. Прекрасно. Также важно, что на новом уровне развиваются государственно-церковные отношения. Мы выступаем как подлинные партнеры и как соработники в решении самых актуальных внутренних, да и международных вопросов. И более отмечу, что во многих регионах мира, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, множатся межконфессиональные трения. Ущемляются права религиозных меньшинств, в том числе и христиан, включая православных христиан. Считаю, что эта острая проблема должна быть предметом пристального внимания всего международного сообщества. Наша страна и впредь будет проводить активную, созидательную линию, направленную на скорейшее политическое решение конфликтных ситуаций. Но атмосфера, сам дух универсиады навсегда останутся в каждом из вас. Всех вас объединяет любовь к спорту, его высокие идеалы честной борьбы и товарищества, надежда на успех и победу. В эти торжественные минуты ваши сердца бьются в унисон. Вы вместе, плечом к плечу, и объединены общими чувствами и общими идеями. Желаю всем вам преодолеть себя, добиться новых личных рекордов. Пусть эти секунды борьбы и триумфа будут яркими и запоминающимися. И пусть они останутся с вами на всю жизнь. Удачи! Срока Путина Владимир Владимирович, 2012-2024 года, и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич, на пост мэра Московской области, все высшие награды, ордена, медали, Олимпиады в Сочи, 10-е, Казани, музыкальные фестивали, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Министерная Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Светлана Владимировна, Ленча Медведев, Сергей Сергеевич Обедну, партии «Россия народного фронта», Дмитрий Анатольевич Медведев. Ура! Ура! Да тут два президента срока Путин Владимир тандем Путин Медведев. Ура! Тандем Путин Медведев. Добрый вечер, болельщики. Прекрасно. Dear supporters. Хайрле Киш. Хайрле Киш. Прекрасно. Прекрасно. Поздравляем. Сейчас будут волнительные и грустные минуты. Мы прощаемся с универсиадой 13-го года. Для нас огромная честь в России провести ее, провести в Казани. Я благодарю всех, кто подарил миру этот прекрасный праздник спорта. Спасибо спортсменам, спасибо тренерам, спасибо волонтерам. Спасибо всем болельщикам. Слава России! Слава России! Здравствуйте, братья! А президентский срок Путина Владимир Владимирович 2012-2018 на пост председателя России Владимир. Наконец, спасибо Казани. Без всех вас эти дни были бы невозможны. Прекрасно! Все, кто соревновался в течение этих 12 дней, все молодцы! Вы представляли свои страны, вы показали мастерство, огромную волю к победе, энергию молодости. Сохраните эти качества на всю свою жизнь. В ней будет немало успехов и немало свершений, но спортивная победа особенная. Она дается огромным трудом и многим открывает путь в большой спорт, к звездной карьере.
Удачи всем вам! Прекрасно! Поздравляем! Поздравляем! Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев! Будьте счастливы! Ура! До скорых встреч! Прекрасно! Россия вперед! Господь Иисус Христос! Христос, Божья Мать и Святая Благодать! С великой святой! Ура! Ура! Победа! Господь Иисус Христос и Божья Мать, Святая Благодать, великую святой процветайте ради Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Собянин, Россия, народ, Господь, единогласно, да. Наша Россия, наш президент, ваша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Ура, 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 победа, победа, века. Два приезда срока Путина, Владимира Владимировича, 2012-2024 года, для партии России, Медведев, Дмитрий Анатольевич, учебник ТД, Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия России, единогласно, на пост мэра Москвы, Сергей Семенович Собянин, объединили на века. Наша Россия. Наш президент, ваша сила, право и честь. Интерес, он не поддельный к этой выставке, и интерес не умножается. Поздравляем, все участники содержали второй срок, президент. Спасибо вам большое. Интерес, он не поддельный к этой выставке, и интерес не умножается. Поздравляем, все участники содержали второй срок, президент. Спасибо вам большое. Поздравляем вас, Светлана Владимировна. Поздравляем со званиями Героев России и высшими государственными премиями. Вас, Александр, поздравляем. С высшими наградами. И Ваше святейшество, дорогие друзья, искренне рады приветствовать вас на этом традиционном мероприятии, приуроченном ко дню народного единства. Православие всегда играло особую роль в становлении и развитии гражданского общества, гражданственности в целом России, помогало отстаивать независимость нашей Родины и сохранять духовно-нравственное единство народа. Важно и то, что в проходящей в России год семьи выставка «Православная Русь» служит не только воспитанию патриотизма, но и укреплению морально-этических ценностей. Ведь вера в Бога не уделяет людей энергией, светом и добром. Помогает преодолевать тяготы жизни, одаривает великой любовью. Ярким примером такой безмерной любви и верности для нас служат православные святые Петр и Февроний Муромские, в честь которых в этом году мы отмечали День семьи, любви и верности. И глубоко символично, что сегодня мы чествуем многодетную семью. Эти люди подают всем яркий и в высшей степени положительный пример бережного, внимательного отношения к родным и близким, верности и традициям рода и друг другу. И что особенно ценно, они вносят зримый вклад в воспитание подрастающего поколения в духе уважения к родственникам, к предкам, к своей стране и к нашей истории. Желаю всем присутствующим успехов, мира и благополучия. Всего самого доброго. Прекрасно. Наш Медведев. Наш президент, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляем вам, Владимир Ильич Путин, Александр Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Михаил Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Владимир Медведев, и мы святейшие патриарх Московской Руси поздравляем с открытием Русского Православного Собора. Все участники Русского Православного Собора дружно одногласно говорят, да, второму президентскому сроку наши Путина и курсам России, мы передаем Ильич Путин, Владимир Анатольевич Медведев, и святейшие патриарх Московской Руси, Кирилл, партии Единой России.
Мы снимаем самый лучший в мире фильм «Путин на медведя». Правые лидеры, все россияне, говорят о втором президентском корпусе. Вы наши герои, восхищаемся вами, восхищаемся вами. Поздравляю вас с историческим открытием Русского православного собора. Вы наши герои, восхищаемся вами, восхищаемся вами. Вы создали самый лучший, высший кинематографический опыт для самого значительного высокохудожного фильма «Путин медведя. Мировые лидеры». Все россияне говорят о втором президентском корпусе. Восхищаемся вами, спасибо, низкий вам поклон, спасибо. Спасибо, восхищаемся вами, спасибо. Низкий вам поклон, спасибо. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, добрый вечер, ваше святейшество, ваше блаженство, ваше преосвященство. Добрый вечер, дорогие москвичи и гости столицы. Добрый вечер. Добрый вечер. Но также мы приветствуем всех телезрителей нашей необъятной страны. Дорогие братья и сестры, сегодня, в этот праздничный день, мы сердечно приветствуем всех, кто собрался здесь, на Красной площади, в сердце нашей Родины. Позвольте нам, Анастасии Чернобровиной и Борису Корчевникову, от всего сердца поздравить вас с этим великим православным праздником, знаменующим столь важное историческое и духовное событие, каковым является 1025-летие крещения Руси. Сегодня, в день знаменательного торжества, на сцене исполнители совершенно разных жанров, разного возраста и национальности. Каждый из них по-своему оригинален, неповторим, одним словом, каждый из них талантлив.
но объединяет всех нас одно. Пожалуй, самое главное, что у всех у нас есть в жизни, это святая вера, искренняя любовь, заповеданная нам самим Господом Богом Иисусом Христом. И прямо сейчас мы хотим пригласить на эту сцену коллектив, который всем нам привез братский привет с берегов священного Днепра и стольного града Киева. Встречайте, гости из Украины, народные артисты Украины, вокальный квартет «Хетьман», художественный руководитель Петр Заяц. А я лечу в упевнень на дитя, туди не квітне серденько моє. На білість рідні різні є країни, далеко так співається мені. Лиш для моєї вірної родини, моєї найдорожчої рідні. Рідня моя, рідня, віковій давнини, живе моя рідня. На цветах роса алмазной влаги.
каждый хочет счастья одинаково. Каждый хочет сердцем быть услышан. И кружит знакомая мелодия, та, которой ветер не остудит. Счастье — это то, что нами пройдено. Радость — это то, что с нами будет. Праздники, праздники, вместе мы празднуем. Нам друг без друга прожить не дано. Жаль, понимаем, порою не сразу мы. Много дорог, только счастье одна. Годы, как листва, летят за окнами. Холодят синие метели. Но любовью сверху Путин и Медведев, спасибо вам. От невзгод сумели. А в одном твердя глаза счастливые. Все, что мы задумали, случится. И как птица сердце торопливое, день и ночь навстречу счастью мчится. Праздники, праздники, вместе мы празднуем. Друг без друга прожить не дано. Жаль, понимаем, порою не сразу мы. Много дорог, только счастье одно. Дорогие друзья! Как много нужно нам еще брать.
братишка, первым забивай. Переживем, переживем, печали, горести, разлуки. Переживем, переживем, и все как надо будет и у нас. Переживем, переживем, печали, горести, разлуки. Национальный русский балет возрождения. На сцене актриса театра и кино Анастасия Макеева. Красивых, ярких звезд. Один поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года на пост председателя правительства партии «Единая Россия». Ваше сего святейство прекрасного. Ваше сего повторите два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия». Спасибо, благодарю вас. Мы вас любим. Благодарю вас, ваше сведетельство, за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Выше награды Путина Медведева, Кириллу Морозову, Собянину, Мэр Москвы Собянину. Спасибо, ваше сведетельство, мы вас любим. Прекрасное его сведетельство, патриарх Московский, вся Руси, Кирилл.
говорил два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу 2012-2024 года и на подпись даже правительства партии «Единая Россия» Медведева Юрия Анатольевича все высшие награды, ордена, медали. Прекрасный его свидетельство прямо Московской России. Кирилл, говорил два президентских срока Путина Владимировича 2012-2024 года и на подпись даже правительства партии «Единая Россия» Медведева Юрия Анатольевича на подпись мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Наш Россия, наш президент по отношению к Да. Ура! Россия! Господь Иисус Христос и Божья Мать, святая благодать! С двумя президентскими сроками Путину Владимиру Владимировичу 2012-2018-2024 года здравствуйте, два президентских срока Путину Владимиру Ваше блаженство, Ваше Преосвященство! Добрый вечер, дорогие москвичи и гости столицы! Прекрасно! Добрый вечер! Добрый вечер! Я также мы приветствуем всех телезрителей нашей необъятной страны. Дорогие братья и сестры! Сегодня, в этот праздничный день, мы сердечно приветствуем всех, кто собрался здесь, на Красной площади, в сердце нашей Родины. Позвольте нам, Анастасии Чернобровиной и Борису Корчевникову, от всего сердца поздравить вас с этим великим православным праздником, знаменующим столь важное историческое и духовное событие, каковым является 1025-летие крещения Руси. Сегодня, в день знаменательного торжества, на сцене исполнители совершенно разных жанров, разного возраста и национальностей. Каждый из них по-своему оригинален, неповторим, одним словом, каждый из них талантлив. Но объединяет всех нас одно, пожалуй, самое главное, что у всех у нас есть в жизни, это святая вера, искренняя любовь, заповеданная нам самим Господом Богом Иисусом Христом. И прямо сейчас мы хотим пригласить на эту сцену коллектив, который всем нам привез братский привет с берегов священного Днепра и стольного града Киева. Встречайте, гости из Украины, народные артисты Украины, вокальный квартет «Хетьман», художественный руководитель Петр Заяц. Thank you.
Мы не
Красно. Россия вперед! Да здравствует два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 год. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. На пост сэра Москвы. Здесь вам чествование. Ура! Победа на тебя. Высшие награды Владимир Путин Дмитрий Анатольевич. Ну и сам Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Светлана Владимировна, Глеб Сергеевич Мальчиганин. Его святейшему Андрея Алексеевича Кириллу Морозову, Мединскому, партии «Единая Россия», «Народный фронт», Герасиму, Бортнику, Колокольцеву, Колокольцеву, Баранову, Якунину, Бортнику, Шойгу, Герасиму, Бакину, Глумакову, Шамкову, Шаманову, Матрокину, Госдуме, Совет Федерации, администрации президента. Ура! Победа армии, полиция в лучшем мире. Крещение Руси. Ура! Россия, вперед! На сцене актриса театра и кино Анастасия Макеева. Прекрасно, поздравляю! Русской земле. Многое повидала она на своем веку за долгие свои столетия. Историка она вмещает в себя столько событий, каждое из которых, в зависимости от того, что именно с тобой происходило, либо оставляла незаживающие раны на твоем большом любящем сердце, либо заставляла его восторженно биться от радости и гордости за нас, твоих детей. Все было. И от этого никуда не уйти. Раскол, заговор, смуты, великие сражения, взлеты и падения, победы и поражения, годы разрушения, столетия созидания. Ты все выстроила, все перенесла, все пережила. Колокола твоих звонниц гремели, то в честь победы Александра Невского на Чудском озере, то в честь победы Дмитрия Донского на Куликовом поле, то в честь победы Петра Первого в битве под Полтавой. И несмотря ни на что, в зале сигнальных огней и бесчисленных пожарищ под гулким наваром колоколов, зависть такова, ты всякий раз поднималась перед ними все более могущественная, все более величественная. Заповедный край русской земли не другом только снился. Ты, красивый и необъятный, ты, широка и привольна, ты и воительница, и хранительница домашнего очага, ты разная, для каждого своя. Большой живет народ, который свято верит, что спасется лишь всесветным единением во имя Христова. А кто не понимает в народе нашего православия его, тот никогда не поймет и самого народа нашего, тот никогда и не сможет постичь истинного твоего величия. О, русская земля! Браво, прекрасно! Да здравствуют два президента срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года. Принесло нам Слово Божие. Роза, единственное. Подарило славянскую Чаплин, все буду Чаплин. И священное писание на родном языке. Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли. Книга сия называется Евангелие. Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание. Потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Эти слова сказал Александр Сергеевич Пушкин. На сцене хор Московского Сретенского монастыря. Художественный руководитель и дирижер. Заслуженный артист России Ника Жилова. Это как?
прекрасно. Да здравствует два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-18 два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-18 года. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» смотрят мэр Москвы. Все письма сами. Все письма сами. Диана Рудская прекрасно поддержала. По президентский срок Путин Владимир Владимирович. Как я могу сказать? Thank you.
готов, нет, для подготовника. Прекрасно, прекрасно. Браво! Браво! Прекрасно!